Заходим. У нас прихожая. Такая неплохая прихожая с шифонерчиком. Здесь у нас сразу идет кладовка. Достаточно большая, вместительная, с бойлером. Здесь у нас душевая с санузлом. Хороший размер. Так, и здесь мы заходим в зал. Мы заходим в зал с балконом. Восточный. Очень светлый, хороший. Все вот так остается, как есть. Такое оригинальное решение со столом, чтобы место не занимало. Кухня, холодильник. Так, дополнительное место. Сейчас выйдем на балкон. Так, здесь у нас балкончик. Достаточно большой балкон. Достаточно большой такой просторный балкончик. Можно прям тут чаёмничать легко. Вот, восточная сторона. Хоть выглядит выход во двор, но сторона, видите, на бассейн. Сейчас газончик стригут. Очень так приятно. Второй этаж. Вот. И это выход еще со спальни. Сейчас спальню посмотрим. Вот так еще выглядит у нас. Достаточно просторный зал, даже несмотря на то, что достаточно много мебели. Просторный зал. Так, и зайдем в спальню. Спальня ковролин. И тоже хорошая площадь достаточно. Два окошка, тоже во двор. Так, комодик, столик. Все приятно. Хорошая квартирка.